волнуется из-за своего внука. Начала жалоба у нее, то, что он не ходит, 2,5 года ребенку, он не ползает, не стоит, у него атаксия мозжечка. И когда, значит, сделали ему МРТ, там мозжечок малюсенький-прималюсенький. Вот. И у него психомоторное развитие тоже задержка, речевое. В общем, по всем фронтам у него задержка идет. И она говорит, он не то, что не ползает, он просто вот руки подтягивает и как бы туловище подтягивает к себе. Вот пропал человек, я ее искала, вернее спрашивала, она говорит, я вам позвоню, когда приеду в город. Ну, нету и нету, я теперь, значит, решила снова ей писать. Написала, и она тут же, я говорю, как у вас дела? Расскажите, она говорит, у нас все хорошо, вот. У нас ребенок встал, он стал ходить за 2,5 месяца, понимаете это? Он говорит, теперь устойчиво стоит, он разговаривать начал потихоньку. Ну, то есть для невропатолога это был шок. Вот. Он когда посмотрел, он даже не поверил, что это тот же самый ребенок. Вот. Назначали ему нейроны, оксинорм и релакс. Вот. 3 продукта, которые она брала. И он пил по 3 капли. И там еще, извините, у них очень много этого продукта осталось. Я говорю, вы не прекращайте, продолжайте. Ну, это, вот я говорю, чудеса, которые делает наша продукция. Вот. Я говорю, вы, пожалуйста, невропатолога, свяжите со мной. Если он нацелен на выздоровление таких детей, а там у него, у детского невропатолога, много такой патологии. Вот. Я говорю, просто до него надо донести, а как он сам решит, это уже его дело. Нам надо информацию давать, вот, что можно спасти, помочь вот таким больным. Потому что вот у нас же, когда Воловинь выступала, это с Белоруссии, что вот у нее ребенок с ДЦП 30 лет, и никто не знает, что она болела этим ДЦП, абсолютно как будто здоровый человек. Ну, нам что надо? Нам надо, чтобы все вокруг нас бегали здоровые, здоровые дети, здоровые люди. Спасибо.